смешная для меня, потому что я не умею ее играть все равно никогда. Но Оазис делает нам подражание Лёше Вардину. Моя голова – котелок для мыслей, моя голова бродит в поле чистом, оно, что тоже всегда со мною бродит за ней, за моей головою. Как бывает, руки мои тоже ничего же. Посмотри, как красиво, Господи Боже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Господи Боже, моя голова, ноги, руки. Вот лучшее дело, средство от скуки. С ним я ложусь, с ним просыпаюсь, с ним я живу, с ним я и маюсь. Ай-я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 й. В моей голове нет места для грусти, музыка в ней грусть туда не пустит. Моя голова сочинитель песен, и каждый, кто с ней был бодр и весел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тот бодрый, веселый. Дорогие, вокруг посмотрите, сколько свободных голов на планете. Посели в них мысли, посели в них песни, и окажемся мы с друзьями вместе. Мы с друзьями вместе.